то, что было ранее. Торговец снегом. Здорово. Мне нужна маска. Так, что у меня есть? Мандарины. Давай на мандарины поменяем, наверное, да? Можно на конфеты. Ну ладно, давай на мандарины. Хрен с ним. Не буду я есть нынче мандаринов. Да. Сёк тёртый. Так, гонец. Вот он тут стоит, да? За тысяч. Вау, ау. А Васёк тёртый, блин. Кто такой Васёк тёртый? Бывалый, может быть? Точно, бывалый. А, нужно с тремя всего лишь, блин, я забыл. С тремя не обязательно было с пятью. Разговаривать? Ну вот, наконец-то, ёптыть, первого завалил. Что у тебя есть? Подари мне что-нибудь. Здорово, сталкер. Готов отмечать? Я пообщался с духами. Какая-то противоречивая информация поступает. Я так и не могу понять. Это просто сдвиг по фазе или что-то серьезное? Ты в порядке? Аза, зяйца. А как узнать тебя, дух? На каждый данный мной вопрос найди ответ, потешь мне слух. Как хочешь, шуткой или всерьез, но знай, что каждый выбор свой сплетешь с будущей судьбой. Как скоро праздник пролетит, узнаешь, что судьба сулит. Новый год! Ну, не 12 часов, но тем не менее. Ну, раз уж мы тут на елочку собрались, давайте зайдем в этот лабиринтик, посмотрим, что там есть. Можно туда вообще попасть, нет? Я потом хрен выберу, да? Тут и подарки, наверное, тоже есть, да? Что это такого? Мишка. Мишков нам надо. Они, наверное, стоят хреновую тучу денег, да? Дай снежки. 1000 рублей. И сколько он мне дал? 20! И мне что, 10-ку надо отдавать ему? Охренеть. А может быть, как-то можно их насобирать? Так, а продаешь снег зимой? Блин, придется сейчас набирать эти снежки за 10 косарей. Покупать 60. 80. Может быть, их можно насобирать на самом деле, только я не хочу этим уже заниматься. 120. Столько денег они с меня... Ну, это Новый год, понятно. Столько деньги. Деньги столько и стрясают нафиг за эти праздники. Всем привет, с вами снова Иван Зацанин. Мы продолжаем новогодним людич быть и кушаем хлебушек. Я хочу хлебушка поесть. Я сегодня открою подарок. Но для начала надо все-таки покушать, а то я очень голодный. Легкий голод, правда небольшой, но тем не менее голод. Так, а давайте посмотрим насчет того моего состояния, характеристики. Так, голод, 37. Она будет прямо тут уменьшаться или нет? 43. Да мне еще есть и есть. Я очень жажду воды, смотрите, по нулям вообще абсолютно. 50%. Ну, то есть мне, скорее всего, не хватит. Сегодня еще побегаем по Любичу, посмотрим, может быть, все-таки что-нибудь интересное тут найдем. Не знаю, может быть, что-то есть еще, то, что я не видел. А так нам нужно все-таки увидеть кота ученого. Ну и сейчас мы откроем с вами подарок, посмотрим, что там. Интересно, выпадет из меня, нет. А и вдруг там есть артефакт. Акрональ, что-то его знает. Можно хлебушек еще было купить. Или съесть икры, там, шампанского выпить, а хрен его знает. 87%. Давай воды попьем. Надо, наверное, водычки еще взять. Но я успею в любой момент это все сделать. Да?
60% всего воды. Ну ладно, хрен с ним. Давайте одыним нашу масочку и откроем подарок. Так, что у нас есть? Подарки нам дали премиум. Премиум на сколько времени? Шоколад дали, водку дали, и опять же фейерверки. Ну-ка, давайте посмотрим, сколько премия у нас. Так, данный предмет невозможно выровнять в случае потери смерти. Используя этот предмет, он наделен новогодней магией Деда Мороза, позволяет в течение 14 дней увеличить опыт на 50%, дает скидку проника зоны. Так, ну ладно, короче, понятно. Я могу использовать его, но я пока этого делать не буду. В течение 60 дней, то есть 2 месяцев до конца зимы, я могу его использовать, и у меня будет двойной опыт, это тоже очень хорошо. Так, с кем я еще не общался, с Дедом Морозом я говорил, может быть тут все-таки пообщаемся еще с кем-нибудь, посмотрим сейчас. Если кто помнит, в один из прошлых лет, я не помню точно в какой, у нас здесь, о, нашел, было здание, в которое можно, еще две шоколадки нашел, в которое можно было... Так, это снежки, что они? Можно собрать, да? Фига себе у меня снежков сейчас. Куда мне столько их? Осторожно, снежки было написано. Ладно. Здесь было здание, и в это здание... Вот как раз этот, где мы бухали с вами. А, тут не пройдешь сейчас. О, вот оно здание, да, наверное? Это. Может быть, туда же и надо возвращаться, я не знаю. Я бы как бы не хотел сразу уйти, но если сейчас меня выкинет туда, то в принципе я готов. Что делаешь? Так, а это кто там? Еще торговец снегом. О, еще один подарочек. Вот кто-то уже бывал. Прогуляемся по всей территории. Как всегда, я люблю это дело. Прошвырнуться по всем местам. Вот он, да, смотрите, дом построили вот этот. Ага, точно, я могу зайти сюда. Но мы сделать этого пока не будем, ладно. Это выход отсюда, из этой зоны, я знаю. Сейчас я хочу просто прогуляться здесь, посмотреть еще что-нибудь интересное. Кого еще не видел, с кем еще не общался. Но я думаю, что я со всеми уже общался. Но тем не менее, я пройдусь и посмотрю. Вот интересно, я за Мишкой туда не был. Вон туда дальше. Давайте туда сходим, посмотрим там. Перестрелки какие-то, что ли, идут? Друг друга мочат? Мне, в принципе, насрать на всех. А, нет, тут закрыто все. Ну, давайте дойдем до края. Карты. И посмотрим. Похоже, тут только зомбаки. Зомбаки. Да? Так, из этого свинец у вас ткани. Мне они нафиг не нужны. Они мне с этот вес переувеличат. Ладно, тут ничего нету. Пойдем дальше. Пойдем на вокзал еще я схожу. А так, в общем-то, я все везде уже был. Ничего нового нету. Похоже, придется уходить в дверь. И это будет, наверное, правильным решением. Я купил и воды, и купил и еды. Так что насчет этого у меня опять проблем нету пока. Ну, здесь я тоже подарки собирать не буду, потому что это займет место, а у меня места нет. У меня 47, 63 и 48 килограмм, поэтому, в общем-то, перегруз мне тоже нафиг не нужен, потому что я буду бегать очень слабо. Ладно, давайте дойдем до вокзала. Если ничего нету, я пойду уже обратно туда, в дальний путь, в дальнюю дорогу. Ну, все, короче, ничего интересного больше нету, больше людей нету. Всех людей уже обыскали, всех людей нашли. Шампанское. Перегруза нету. А почему? Он сколько весит, кстати? Шампанское, ну, как бы хватает. Ладно, пофиг. А, вон там еще Артур. Вот с ним я еще не говорил. Ну, Артур, он не Артур там, да? А нет, Артур, он так и есть Артур. Как ни странно, он один, наверное, остался из всех живых. Я завершил обучение. Я ждет Кот Видный. Ладно, пойдем. Кот Видный меня ждет. Здесь я был. Здесь я все видел. По воде не побежим. Всех людей нашел. По-моему, кто тут есть в Любиче. Так что выходим обратно оттуда, откуда пришли. Я думаю, там... Кстати, я сюда вот не заходил. Есть тут что интересное, да?
А, закрыто все, смотри-ка. А там что? Не, я думал, тут люди какие-то. NPC, на самом деле никого нету. А, да и тут пройти можно, кстати. Вот икра красная. Икра черная, икра красная, икра заморская, баклажанная. Ну, люди фармятся, да? Сразу видно, что они фармятся. Люди хотят насобирать достаточно большое количество рем-наборов. Я думаю, им прикольно это. О, зомбачки бегут. Мне с ними нехрен делать. Мне они не интересны, потому что моим оружием они почему-то плохо убиваются. Я даже не представляю, почему они моим оружием так хреново убивают. Тут, кстати, подарок был. Ладно, он бежит за мной, так что мне не до подарков сейчас. Так, а давай посмотрим, может есть. Нет, ничего нету. Уходим. Кстати, а тут что, костер тоже? А, это фонарь. Это гирлянда, я думаю, что так светло тут. Они что-то не побежали там. Со мной. Ладно, пошли в это здание, что нам скажут там. Постучать. За дверью тишина. Короче, меня не пускают туда. Ладно, пошли тогда к Деду Морозу, наверное. Не хочет меня пускать. Парниша. А нам остается только вернуться. А, кстати, как туда добраться-то? Сейчас коту видному. Подожди, где она? Деда Мороза я не смогу ничего сделать, да? Провалено задание, оно так и останется у меня. Чтобы дать настоящую миссию. Ладно, пойдем посмотрим. Можно назад в зону? Поехали. Запрягайте лошадей. Возвращаемся в зону. И отсюда мне нужно как-то добраться до кота видного. Я думаю, что нужно к глашатаю. А глашатай, насколько я понял, все эти глашатаи, они стоят по всей территории. Тут Любича. В окрестности они не только находятся у гурмана, они и возле, ну, где-то тут. Сейчас посмотрим, увидим. Где же вы, ребята? Так. Ну и где все люди? Глашатай, вот он, где-то тут был. Кстати, его нету уже. А как я должен вернуться тогда, получается? Блин, FPS опять поседает. А, вот он, глашатай. Так, коту видному мне надо. О чем ты говоришь? Даже выходит лишь раз в году. Ну что, войдешь? А как мне попасть? Ну ладно, пошли. Как попасть к коту видному, я не понял. Я попробую еще раз. Может быть, это оно и есть, да? Да, это оно и есть. Сейчас нужно прийти к коту видному. И всего лишь. Зима, зима, зима. Так, а мне надо именно к нему, да? Ладно. Давай сначала подойдем тогда к этому. Деду Морозу или кто там стоит, ждет нас. А потом уже к коту видному. Новогодний сталкер. К нему сначала подойдем, спросим у него. Может, он что-то знает. Снова ты, как празднуешь, нагулялся? Ну давай прошу. Нет, не хочу в город Н. Мне нужно поговорить с котом видным. Я ждал тебя, теперь ты готов к настоящему делу. Доставим по зоне. Наша миссия — связать невидимыми нитками первоначальных. Не думай слишком много, твоя миссия — не думать, а бегать. Мыслительные операции архитектору, то есть мне. Ну что, готов? Да, готов. Что нужно делать? Раз в сутки я буду давать тебе посылку, которую надо отнести одному из живущих в зоне. Ты сам волен выбирать с людьми, какого сорта ты больше желаешь общаться и как его поддерживать. Ты выбираешь, я знаю, конкретное направление. Выбор твой будет таков.
Люди, что нарушают порядок и приветствуют хаос, следом идут те, кто порядок пытается сохранить. Далее идут мыслители и изобретатели, исследующий мир. За ними люди веры, пролицы и мечтатели. И последнее, это те, кто пытается сохранить нейтралитет. Какой бы ты выбрал? Я не хочу, я не пойду никуда дальше окрестности Любича, потому что мы по сюжету никуда не прошли, так что это задание, наверное, скорее всего, будет тоже не выполнено у нас. Я нигде не был в новой обличии, поэтому... Так, поборники порядка, это у нас менты, мыслители, жрецы и мечтатели, это, скорее всего, деревня Гуру, это... Как она, блин, деревня, как она? Белых, мыслители, это ученые. Одиночки, нейтралитет. Давай вот этих выберем. Твоя цель — Гриша Сельпо. У него свой магазин где-то в полях окрестности Любич. В полях? В каких полях? Подожди, а где это Гриша Сельпо? Требуется доставить посылку Гриша Сельпо в сельхозполях окрестности Любича, если я хочу получить удивительное одобрение кота видного и восстановить зону вновь. Во время доставки нужно оставаться в сознании. Если ты упадешь без сознания, посылка будет потеряна. Во время доставки нельзя будет убивать ни эльфов, ни людей, ни мутантов. Так, Гриша Сельпо. А где же я его видел? Подожди. Новогодний Любич. Гриша Сельпо. Чудаков. Фундук. А я вообще хрен знаю, где его сейчас искать, это Гриша Сельпо. Я вообще не помню ничего. Пахомыч. Эх. Разбойников. Что за фигня? Где Гриша Сельпо? А? Ё-моё, похоже, он в окрестностях Любича, а я знать не знаю, где находится. Ладно, я возвращаюсь в зону. Если не получается это задание... Ой, он меня сюда вернул опять в Новый год. Я думал, он меня в зону... А почему у меня перегруз? Из-за посылки, наверное. Точно, из-за посылки. Короче, вспомнил, было задание у нас до Гриши Сельпо принести аккумулятор. У меня его здесь нету, надо в город идти за аккумулятором, может быть, и потом отнести еще Грише Сельпо, возможно, будет, но я даже не знаю. Так, где он находится? Так, вот это задание. Найти схрон Тёмыча в квадрате, забрать аккумулятор и на любую дорогу, потом доставить его Грише Сельпо. В квадрате Е31. 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 Вот где-то он вот тут находится, да? Гриша Сельпо. И мне нельзя, чтобы меня кто-то, какой-то мутант трогал. Как? Как я должен идти по-вашему-то, а? Полная жопа. Я вообще не знаю, как это выполнить. Квест нужно бежать. Сейчас я должен тогда сбросить лишние вещи. Блин, как все лагает жутко. Ой. Давайте сбросим то, что нам пока не надо. Допустим, я снежки пока сброшу. Они не исчезнут, мне интересно. Самые снежки. Нет, исчезнут. А я могу их продать? Ага, это продажа в этом. Понятно. Так. 50, 50. Шампанское, конфеты, игра. Вот, икра. Я пока туда не пойду. Всякой херни тут набрал. А эти тоже исчезнут, да? Мандарины. Да. Исчезнут, ну и хрен с ними. Пускай исчезают. Конфетки с собой возьму. 26 килограмм. В принципе, мне хватит. Водочки с собой возьмем. Лоскутные ткани нам не нужны. Пока выброшу все лишнее. Так, это что, какое-то задание было? Ага. Бейсболку, хвосты. Сейчас нужно бежать, просто сломя голову. Как-то это делать. Я не знаю, как я это сделаю. Да Гриша Сельпо. Эх, прогрузка. Там кабанов до чертиков. Да, до туда дойти. Я даже не знаю, как до туда дойти. Е3. Уху-ху-ху-ху. Чтоб меня никто не тронул.
И мне еще надо, чтобы меня никто не убил. И тогда или задание будет провалено. Мне кажется, довольно сложная задача такая. Но я думаю, что если она не будет выполнена сегодня, то, в принципе, так оно мне и надо. Мне не особо. А что я получу, кстати, за... непонятно, что я могу, да? Не знаю, какой-то опыт получу, тем не менее, не знаю, что именно. Но я даже не знаю, какие мутанты тут у нас могут быть. Встретиться по дороге. И я боюсь, что тут кабанов дофига. А давай вот за этим человеком пойдем, может, будет более безопасно. Кто знает. Пускай он убивает всех, а я буду просто бежать. Мне и умирать нельзя, вот в чем фишка. Дерево такое лежит. Офигеть. Первый раз такое дерево вижу. Лежащее здесь. Так, нам нужно идти. Сейчас надо добраться до... Блин, там кабанов до чертиков. Вон они, смотри, сколько их там. Ё-моё, как мне туда проходить? Я вообще не знаю. Более безопасные пути. Просто нету его тут. Безопасного пути, на самом деле. Никого не убить. И выжить. Еще так далеко добежать. Как я это сделаю, я вообще не знаю. А, маска мешает. Я еще и пить хочу. Снимать маску для этого. По-моему, это невозможно выполнить этот квест для меня, такого новичка, такого слабенького. О, кабан, слушай меня. Капец. Сейчас бегать от каждого шарахаться. Ё-моё. Всё, капец мне. От каждой твари шарахаться сейчас. Не, это невыполнимая миссия. Я вообще не знаю, зачем такого уровня миссию делают. Вообще нету шансов. Меня просто подкидывает. У меня аптечки есть, ладно. Давай вот так вот сделаем. Во. Спасаемся бегством. Только такой вариант. А, он со мной бежит. Ё-моё. Хрен не отстает. Падла. Еще шараха от меня, что ли? Падла, блин. Вот это жопа, блин. И как я должен выполнять эту миссию? Ладно, давай попробуем мимо могильника. Так тут опять пауков дофига. Я вообще не знаю, как ее выполнять. Может, кто-то подскажет, а? Нужно оставаться в сознании, если ты упадешь без сознания, посылка будет потеряна. Во время доставки нельзя никого убивать, ни эльфа, ни людей, ни мутантов. Охренеть. Что за миссия такая тупорылая, а? Офигеть. Ну ладно, сейчас провалю миссию, может быть попробовать еще к коту видному сбегать. Вот тут аномалия еще. Попробовать еще какую-то другую миссию взять, я хрен его знаю. Попытка не пытка, сейчас... А, там пауки вон. Черт. И бежать-то толком не могу. Все, я очень хочу пить. Вот в чем. За мной бежит, нет? Короче, слишком сложная эта задача. Надо будет, если будет возможность взять другой квест, я возьму другой квест. Ну, блин, до грыши с сельпой идти далеко. Может быть, надо было взять что-нибудь попроще. Опять, что попроще, я хрен его знаю. Понятия не имею. Не видно здесь мутантов. Сделали очень хорошо. Убрали просто офигенно. Никаких мутантов, ничего не видно. И за каждым кустом может меня поджидать какая-нибудь тварь. Неприятная вещь. Тем не менее, сейчас попробуем пройти.
За кустом, за кустом, за кустом. А, мне убивать нельзя, но я могу ранить. Но опять же, как я могу рассчитать, что я просто раню его, а не убью? Вариант почти никакой, можно сказать. Да? Надо не убить, а ранить кабана, чтобы он убежал от меня. Возможно ли это? Мимо кабанов пробегать. Их больница. А. Черт. Тут есть сейф, точка сохранения. Недалеко, может, до нее дойду. В принципе, она тут рядышком. Дальше будет сложнее. Еще и люди могут меня тоже замудохать. Тоже было бы неприятно. Ой, пробежка такая охренительная. Что-то какая-то дубоватая серия. Ну, может быть, дело в том, что действительно нужно рассчитывать, на какую дистанцию ты можешь преодолеть, чтобы выполнить этот квест. Ну, блин, я не смог. Ладно, я сохраняться не буду. Сдохну, появлюсь возле деревни Гурмана, и это будет самым тем делом, как надо. Так. Е3-1, это вот тут вот находится, это надо пройти. Тут еще, кстати, бывают медведи рыжие бегают, так что мало того, что тут кабаны, на любом участке могут меня свалить. Вот это миссия. Миссия невыполнима, как говорится. А я могу сейчас поесть, попить, ведь я сейчас сниму маску и все будет нормально, да? По идее это. Это по мне? Да ебаные уроды, а! Ну какой же ты сучара, а! Сучара ты, вот ты кто на! Провалил задание. Да, задание провалено. Что за бляди, а, вокруг? Просто бесят уже. Так. А все, кстати, провалилось это задание. И больше никаких шансов у меня нету. Провалены. Вот. Новогодний прорыв. Ну, это говорит о том, что задание можно взять заново, наверное. Я не знаю. А давайте сходим к этому. Обратно. Так, пошли, пошли, сходим сейчас, опять попробуем к Котувидному, спросим у него, что он скажет нам. Я не буду больше выполнять это тупорылое задание, идиотское, да, ублюдков полно вокруг. Раздражает меня в таких играх именно вот этот момент, что любая мразь из-под тишка может тебя убить. Так что пойдем мимо Нового года нынче, похоже, дальше. Ну, довольно сложно было задание, на самом деле, доставить до сельпо. Это надо было проходить с голыми руками. Так, я хотел попить. Хотел только встать попить. Ну ладно, давай пообщаемся сначала. С котом видно, может, что-нибудь скажет, нет? Или бесполезно это уже, да? Миссия невыполнима. А раз снова не видит тебя, груз еще не готов. Заходи через 23 часа. Ага. Короче, задание могу выполнять раз в сутки, да? Ладно, посмотрим в следующий раз, в следующей серии, может быть, когда там попробуем. Значит, эта миссия выполнима, в принципе.
Можно ее повториться, вот и все. Пошли, короче, за пауками, наверное. Хрена ли еще делать. Микрочипы надо, так. В принципе, тут больше ничего такого нету, да? Так. До татарина идти. Кстати, мне тут, по-моему, была какая-то миссия дойти до этого Имарека, что-то в этом роде, по-моему, если я не ошибаюсь, может быть, этим сегодня займемся, просто прогуляемся немножко. Так, детали, вот обратно, вокзальный криминал, ну, опыт, последствия. Вот он, опыты, последствия, знакомьтесь, Имарек. Найти его можно, когда курьер посоветовал обратиться по поводу заказа для ученых к некому Мареку. Пойдем вот эту к Мареку сходим. D10. Лемоне, почему D-то? Каких хренов-то D? Не D. К-10-2. Вот он вот тут находится, да, мы знаем это место. Ладно, пойдем туда сходим. Я там не был 2000 лет. С этим персонажем я не бывал там ни разу. Но давайте сегодня попробуем заняться именно этим делом. Да, вы заметили, что из меня ничего не выпадает, потому что я хорошо прокачал удачу. Более-менее хорошо. Именно для, вернее, не, да, не для, а от таких отмороженных уродов, которые, как всегда, не в тему начинают гулять направо и налево. Это что такое? Это аномалия, что ли, вот это вот, да? Шуршит. Тут, кстати, можно найти этот экран альфа. Именно тот экран альфа, который нам нужен. Опять же, тут радиация же. О, нифига, 25 радиации уже. Ну нафиг, пойдем. Имарек. Самая легкая дорога из всех, которые вообще в ту территорию, которую можно себе представить. В дальнюю территорию, я имею в виду. Опять же, в окрестностях Любича там максимум, что может попасться, ну, мутант один, кабан или два. Если по прямой будете идти, это я не знаю. Кстати, смотрите. Ух, я это не знаю. Действительно, новая в аномальной зоне для меня, по крайней мере, вот машина стоит. Вроде вот для нее еще кто-то есть. Нет? О, а тут кабанов, смотри, больше. Они уже тут гуляют. О, тут еще и эти бочки. Ну, тут аномалия была раньше. Не знаю, как сейчас. А, тут забора нет сейчас. Ну вот и заодно и посмотрим, как бы, расслабление. Где-то я опять, похоже, рядом с аномалией прошел, потому что у меня радиация опять шарахнула сильно. Расслабон в игре после психического удара. Новогодние люди отменяются до следующей серии. Я не знаю, сколько, до какого числа и вообще, наверное, всю зиму, или как они будут этот Новый год строить, и что мне дадут в результате за вот выполнение миссии. Надо будет попробовать другие какие-нибудь квесты. Если ни у кого убивать нельзя, то нужно либо супер бежать быстро очень уметь, либо выбирать другого. Я думаю, следующую миссию я выберу кого-нибудь поближе. А кто поближе, я даже не знаю. Если брать военных, ученых. Военных. В принципе, военных, наверное, можно взять здесь, да? Они же находятся в Любиче, по идее. Ну, оставшиеся военные, кто есть. Дальше в зоне, по-моему, их нет военных.
Вот они вот здесь, как раз вот в этом периметре зоны, в самом Любиче и есть. Так что, наверное, нужно взять именно в следующий раз по правопорядку, да? Миссию. О, народу говорит, много. Люди ходят. Не группами, одиночками. Странно, конечно, да? Так вот смотреть в зоне, когда люди вот так вот шарахаются по одному вот такой территории. Никто не идет по дороге, потому что, ну, видимо, собирают артефакты, я не знаю, что они ищут там. По дороге-то тут безопасно. Самое безопасное место — это именно вот эта дорога. О, аномалия, я вижу ее. О, видели? Ее, кстати, хорошо, что заметно немножко невооруженным глазом. Там кабаны. Вот эти как-то ближе. Ну там, по-моему, тоже была аномалия, но это же было раньше. Так что можно не переживать на этот счет, наверное. О, нет, смотри, вон она. Вот она. Аномалия. Как раз она тут и была примерно. Там вон еще одна. Глаз да глаз нужно, чтобы дойти до Марека, до одного. Вот так вот, неожиданно новогодние наши приключения быстро кончились. Может, тут что-то изменилось? А давай пообщаемся не только с Имареком, но и со всеми людьми, которые тут у нас имеются. Тут же не только Имарек стоит, насколько я знаю. Зачем он его убил? А, это, наверное, этот. Квест, да. Квест в осядке, наверное. Скорее всего. Так, я на месте. Давай-ка мы сейчас здесь пойдем сразу к Имареку. Прикольно. Лесенки даже стоят, смотри. Офигенно. Сизиф. Сизиф здесь стоит. Вот он где я. А, я тебя потерял, Сизиф. Привет. На мели, просто скучно. А что, можешь денежки подкинуть? Да. Давай парочку экранов альфа. Я тут ими приторговываю. У себя пара этих артефактов, у меня денежка. Я тут постоянно колачиваюсь. Есть что? Если что, всегда немного заработать можешь. Да, вот он, смотри, переселся почему-то сюда, Сизиф. Он был у нас, если вы помните, именно в Любиче в самом, но он там разбитые экраны собирался. Так, хорошо. Здесь у нас торговец. О, фига себе. Как тут все серьезно стало, а? Смотри-ка. Как же давно меня тут не было. А вот и Марек, а это кто? Даже неизвестно кто. Даже холодильник у меня тут есть. Офигеть, и шкура волка. А, кабана? Нет, не кабана, медведя. Привет, сталкер, что надо? Курьер сказал, ты работаешь на ученых. А на этих прохиндеев из технологий будущего. Ты хотел сказать, что еще за технологии будущего? Неправительственный фонд такой. Жлобы они и прохиндеи. Почему? Потому сразу говорю, зарплату получаю я, а ты, если решишь войти в долю, получаешь от меня строго по нормативу и строго за доставку. А по нормативу это сколько? У меня есть тетрадь, я в тетрадку пишу смету. Так вот, сколько я в тетради напишу, столько и норматив. А сколько ты напишешь? Я еще не придумал. Посмотрим на твое поведение. А, ладно, что нужно доставить? Это есть одна загвоздка. Что такое? Прежде чем доставить, нужно добыть. Что нужно добыть? Наверное, лапы кабанов, пауков. Да тут недалеко, в лесу севернее, чуть-чуть, в квадрате L8, есть свежие кладки пауков. Тебе надо собрать 10 паучьих коконов, ничего сложного. А пауки? А что пауки? Да хрена их там, придется пострелять. Знающие люди используют коктейли Молотова, но я бы не советовал. Коконы попотишь. Ладно. Принесу тебе кокон, еще одно задание взял. Угу. Так, вот это вот задание у нас и было, да? Так, и что, и Марек у нас все, да? Обновилось задание, видимо. Да.
остановилась. Давайте тогда походим здесь, посмотрим, что тут есть. Что у нас есть? Павел Петрович. Интересует. Так, товар, что у тебя есть? Он так продает. Да, продает так. Без имения. Он, кстати, еду торгует. Все есть. А что он покупает, кстати? Так неизвестно, да, что он покупает. Так, он покупает только патроны. Ха, странно. А где у вас торговец нормальный? Что-то не знаю. Костер прям как-то интересно расположен. А, это типа дрова? Нифига себе, дрова. Так, ты кто у нас? Глеб Маслов. Здорово. Товара у меня немного осталось, но цена все честная. Подходи, выбирай. Какие тебя товары интересуют? Разные пробирки с кровью и ядом, морготовка, купорос, артефакты резины, марево, спирт, разные товары. Пир, маир, кукушник, звездовик. Понятно. Почему тебя немного? Хорошо покупают. Если бы, но всему виной шустрые воры. Повадились таскать у меня припасы, мысли проклятые. Вот буквально сегодня открываю утром свой магазин, а одного мешка с добром не хватает. И куда только охрана смотрит. Наверняка эта сволочь для меня обокрала, недалеко убежала. Нет, я не буду убивать вора сейчас, потому что надо будет бежать туда, а мне не хочется пока этого делать. Давай посмотрим, что у тебя есть еще. Так, покажи свои товары. Ага, вот он. Он, короче, торгует этим. Медикаментами. Понятно. Ладно. Кто тут еще у нас есть? Сталкер. Стрелялкер. Осень настала. Так, кто у нас кто? Васятка. Че в противогазе? Эй, постой. Че тебе? Я-то сам не испуглил. Да вот что-то в последнее время нервишки сдавать стали. Я исследования провожу. Беру слизь с болот, изучаю. Вот только местные бойцы меня подкалывать любят. Знают, что я впечатлительный. Вчера мне один такой бывалый сказал, что видел на болотах особенного леша, мол, выше обычного в 3 раза. Лапища. Во! Слушай, сходи туда и проверь. Слизи принести. Нет, конечно, ты же не знаешь, какая нужна. Просто сходи. Квадрат М8. Хорошо, посмотрю. Благодарствую. М8, мы знаем это место. Вот тут. Тут очень много пауков, верлёк и... опять же, этих леших. Тоже это знаю. Ну, блин, с моей экипировкой это все пока не по карману. Мне довольно сложно. Надо просто развиваться сначала, а потом уже все это делать. Так, здесь у нас, по-моему, камера хранения. Угу. Что можно сюда бросить? Из того, что мне не надо. Ну, как бы все надо. Давай водку сюда зафигачим. Если нет, допустим. Да. Чтоб пускай было у нас в кладовой хоть что-нибудь. На всякий случай. Так. Вора убить. Давайте попробуем, может быть, что ли. Хрен его знает. Патронов хватит. Так. Надо его сейчас будет завалить, этого вора, да? Давай. А где он, кстати? Вот он. Вот он бежит, вот он бежит. Давай догоним его, ёптить. Ни хрена себе, он попадает. Я попасть не могу, он попадает нас сразу. Очуметь. И что, я провалил, да, задание? Или нет? Нет, я еще не провалил задание. Давай мы его завалим тогда. Догоним и завалим. Где он там? Куда он ушел? О! Спасибо тебе, дружище. Ты, похоже, убил этого мудилу, которого мне нужно было убить. Йо-хо, это ты, да? Короче, за меня сделали миссию, выполнили. Потому что я ее провалил. Ах, жопа полная.
конечно. Да, профессионализма не хватает, совсем отвык от игры. Тем не менее, задание выполнено, это самое главное. Так. Ты не думал охрану усилить? Думал, конечно, но охрана денег стоит. Меня оборовывают регулярно, сам еле концы с концом сводят. Ну ты и другие охранники за головами, по моей просьбе, местные воры останавливаете. Должны же они когда-нибудь закончиться. Понятно, не везет тебе. А вор не беспокоит? Пока вроде как не замечал, но день еще не кончился, а от этих крыс можно всего ожидать. Надеюсь, следующие 20... Да, да, как, понятно, через сутки они опять появятся. Ладно, задание выполнено. Что я за это получил, кстати? За то, что не я убил, но тем не менее задание выполнено. Так, 5000 я получил денег. Очень классно. Единица опыта поддержки. Репутация фракции. Все хорошо, все получается. Премиальную... Блин, можно, кстати, премиальную использовать. Ну ладно, я пока не буду. А, сайгу надо выложить. Кстати, мне же она когда-нибудь пригодится. Если я сейчас ее потеряю, это будет не очень... Кстати, я 3 раза уже мог ее потерять. Сопчасти для сайги. Она мне, в принципе, пригодится, я думаю. Так, ну и все. Больше я тут оставлять ничего не буду. Можно еще пружинку оставить на всякий пожарный. Хрен с ним. Давайте тогда здесь закончим. С Новым годом как-то все получается не очень. Ну вот, до Имарека добрались. Наконец-то. Теперь мы даже здесь бывали. До новых встреч, увидимся далее. Пока.